Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Heartbound. Я видел, что многим понравилась эта игра, и мне она, в принципе, понравилась. Поэтому я хочу ее, наконец, продолжить, быстренько закончить, быстренько, потому что это все же демка. Вряд ли демка будет идти часами, годами, днями. Поэтому да, мы, наверное, сегодня и должны будем ее закончить. Ты не готов. История закончится здесь. Ой, да ладно. Голос, не надо... Довольно! Не надо этого говорить. Все, что ты делаешь, это лжешь. Ты меня не волнуешь, так же, как и все это. Я просто хочу найти друга и вернуться домой. Так что дайте мне покончить с этим. А. То есть один из комментариев, который говорил... Удачи тебе. Один из комментариев, который говорил, что... Я закончил видео прямо перед последней битвой. Походу, он был не прав... Точнее, прав. Тебе она понадобится. Последний босс-файт? Давай сюда его! Сейчас я его распидрошу по фасту. А может быть и не... Опять ты. Меня не волнует, что это такое. Уйди с моего пути. Предположили, кстати говоря, в комментарии писали, что, возможно, это и есть Доги. У меня комментарии... О, блин. У меня постоянно убегает мышка туда-сюда. Так, ладно, я быстро научусь. Оп-оп-оп, поехали. Давай. Видал, какие движения. Опа. Ха-ха-ха, лошара. Так, влево-вправо, я понял, уворачиваться. Готов. Оп, справа, отлично. Ха-ха, не попытка. Еще по центру. Бам, шикарно. Это легко. Это очень-очень легко. Смотри, как я смогу. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Я не очень понял, к чему эти цифры. Все равно ведь мне надо делать все по последовательности, по которой они тыкадынькают. Все ли мне надо ломать? Да, все. Потому что все, что я ломаю, приходит по нему урону. Уворачиваться. Понял. Давай попробуй, поплоди по мне. Ты видал этого очень ловкого парня? По мне не попасть так легко. Непонятная срань. Оп. Ага, я понял. Мышка. На. Хрена! Вот это было жестко! Ты видал, он просто взял за пульдом в него этим топором! Ха-ха! Я, кстати говоря, его по жизни уже побеждаю. Бла-бла-бла-бла-бла. Он, наверное, имеет в виду, что охренеть, какой ты сильный, я не ожидал такого. Прекрати разговаривать и дерись. Ни хрена он жестко встал. Давай, давай, что будет следующее? Ага, опять это жопа. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Ты думал, ты меня этим остановишь? Трижды нет. Ага. Хлоп, 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 хлоп. Я надеюсь, что в оригинальной игре, которая выйдет скоро, будет больше таких боев. Ага, твои вот эти кокуленьки все побью, все побью. Мой топор ни одной не пропустит. Люди не просто так называют меня охрененным монстром с топором. Мы еще посмотрим, кто из нас настоящий монстр. Непонятная глазастая хрень. Ага, я с тобой согласен. Я сказал, прекрати разговаривать! Жесткий парень стал. Не, ну конечно, у него его собаку скинули. Я надеюсь, собачка жива. Блин, я забыл совсем про то, что у нас из... А вдруг эта шняга, с которой мы сейчас деремся, есть та самая собака? Блин, ладно, я надеюсь, что нет. Я просто надеюсь, что нет, потому что если это она... Ага, опять эта жопа. 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1, 2. Память, память, мозг. Развивайте память, ребята, тогда вы сможете побить непонятную срань, которая будет на вас тыкадынькой. Ага. Это напоминает немножко игру в теннис, знаешь? Ты должен обыграть в игру в теннис. В игру в теннис вот эту глазастую хрень. 4. Я понял. Так, эй. Сорян! Молодец, Лор, не сдавайся, продолжай сражаться. Со мной собака говорит, наверное, да? Подожди, что? Это собака! И я должен ее отпинать для того, чтобы она стала нормальной? Я надеюсь, что в конце концов она не погибнет. Если она погибнет, я опять расплачусь как сучку. Нет! Так я ее почти победил. Я почти победил эту хрень. Ну давай! Давай, пушистый мудель. Немного промазал. Нормально. Немного не считается. Все. А, последнее. 4, 2, 1, 2, 1. Я понял. 4, 2, 1, 2, 1, 2. Легко! Вот так. Не сдерживайся. Я не понимаю. Это неправильно. Иногда единственный путь вперед лежит напролом. Ты сможешь. Я тебе говорю, это со мной моя собака разговаривает. Она хочет, чтобы я тоже стал офигенным викингом. На! Я думаю, она в конце концов скажет, типа, я же говорил, что ты станешь хорошим викингом. Ты был прав. Конечно. Твоя история еще не окончена. Это только моя версия, еще бы она окончена была. Но его...
сука! Барон? Да нет! Этого не может быть! Не оставляй меня! Не после всего этого! Как трогательно! Блин, я ж прослезился немного! Я не помешал? Да пошел ты вон! Я серьезно чуть не прослезился, я даже немного прослезился. Нет, 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 нет. Прошу, оставь нас одних. Мы просто хотим домой. Со мной разговаривает книга? Он заслужил это. В смысле? Я сейчас и тебя топором порубаю. Какой заслужил? Барон не заслужил этого. Вы оба заслужили. Так ты напрашиваешься на удар в твоей странице. Ну нет! Я не дам этого сделать. Я не позволю тебе ранить его. Я не позволю тебе причинять боль другим! Ни хрена! Ты не можешь меня остановить. Не сейчас. Пидорк черный. Если соберу третьих частички, тогда собачка будет жива. Эй, меня не забирай! Хотя нет, забирай, мне нужно частичку собрать. Мы можем спасти ее. Мы можем спасти ее, если соберем все эти непонятные частицы в полной версии игры. И тогда барон воскреснет. И в конце скажет, я же говорил, что ты будешь хорошим викингом. И мы с ним будем веселиться. Он выглядит побитым, а ты выглядишь как кролик. Ничего такого. Почему... А, ничего такого, чего нельзя было бы исправить. Ты правда считаешь, что можешь помочь ему? Ну, конечно, малой. Я могу сделать все, что угодно. Верни барона! Я уже не ребенок, Сирси. Я очень сильно вырос за лето. Длина ушей не считается, малой. Помоги мне отнести его обратно в город. Меня унес какой-то медведь и кроль. Я так понимаю. Ну или что-то похожее на них. Не волнуйтесь. У вас еще будет шанс. Но пока что... Вы можете подписаться на это и на мой канал. Пам-пам! Подписывайтесь на канал! Блин, это круто! Это супер круто! Это очень круто! Это мега круто! Мне очень понравилось! Мне очень понравилась эта игра! Если она смогла меня немного прослезить, это уже достижение. Не у каждой игры такое получается, особенно за полчаса. Я не знаю. А, это круто! Это очень круто. Так, все, конец, да? Я, правда, остановил в прошлый раз серию в самый-самый-самый момент перед тем, как был бы последний бой. Извините, ребята, я не знал, когда именно будет этот последний бой. Я думал, что она еще на часик хотя бы растянется. Но это офигенно. Короче, мои предположения. Наша игра будет, когда полная игра выйдет, мы будем должны собрать 3 частички барона, которые будут в разных местах. Когда мы их соберем, тогда появится барон снова. Возможно, тогда появится опять эта хрень, которая со мной постоянно разговаривает из-за кадра. Я ему скажу, типа, теперь я могу тебе противостоять! Ахалай, махалай, барон, просыпайся! И он встанет, и... Ахалай, махалай, барон, оживай! И он проснется, все будет хорошо, все будет радостно, и он оживет. Если этого не произойдет, тогда я грубо обижусь на автора игры, потому что он оставил такую грустную концовку. Я хочу, чтобы собака была жива! Блять. Нет, ну на самом деле, я действительно думаю, что примерно так как-то это все и будет происходить. И мы попали в один из параллельных миров, о котором нам рассказывали в прошлой серии. Игра обещает быть офигенной. Игра обещает быть очень офигенной. И мне, блин, это нравится, я буду ждать. Я надеюсь, что ты тоже будешь ждать следующей части. Ну и на этом все. Мы прошли демоверсию. Всем пока. Хорошего настроения, хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. Удачи!